Всем привет! Новогодние печеньки вас приветствуют, с вами Дизер, вы на канале Дизер ТВ, логично, где вы еще можете увидеть это видео, кроме как не на канале или в группе ВКонтакте. Сегодня ну, на распаковке вот такая вот посылочка, сразу скажу, в ней находится Wi-Fi роутер от Xiaomi, поэтому погнали посмотрим, что там внутри. Только что получил посылку, поэтому будем ее сразу вскрывать, смотреть, что там, да как. Так как я отказался от Apple техники, то, соответственно, у меня был роутер AirPort, и теперь этого роутера, ну, как бы надо на смену ему было что-то другое покупать. И я купил именно... О, да, вот он, коробочка Mi. Упакован в такой пакет пупырку, прикольно. И кроме роутера больше ничего не должно быть, такая вот коробка. Так вот она выглядит. А, нет, смотрите, подарок положили, переходничок и все, больше ничего нету. То есть такой вот переходник, видимо, для роутера, потому что там будет странная розетка. И внутри характеристики, все на китайском, поэтому настройка роутера будет тоже на китайском. Погнали скрывать, смотреть, что у нас там. Это вот походу сделано для того, чтобы можно было вот так вот потянуть и достать. Да, то есть антенны здесь, видимо, не откручиваются, они выглядят вот так. Пуки-пукички, какой хорошенький. Давайте сразу посмотрим, что у нас еще в комплекте. Здесь код для скачивания приложений. Вот такая вот картонка. Больше тут ничего нету. Блок питания. Как он стоит? Скотч, самый липкий скотч. Так, ну здесь небольшая инструкция, как его включить в розетку. И больше ни хера. Блок питания, который выдает у нас ток. Сколько? 12 вольт, 1 ампер. Вот, видите, да, какая вилка. То есть для него как раз прям, видите, какой-то херовенький переходник. У меня есть свой получше, ладно, не важно. Ну и давайте посмотрим на сам роутер, мне интересно. Если это видео наберет, ну я не знаю, для начала давайте 500 лайков, то я сделаю полнейший обзор на этот роутер. Мы с вами сравним его с AirPort'ом, как он работает, какие скорости, что да как. Легкий, кстати, прикольно. Здесь идут 2,4, 5 ГГц антенны, то есть они чередуются, на них написано только Mi Wi-Fi, больше ничего. Вот. Тут тоже есть QR-код для скачивания приложений. Вот. И мы его будем настраивать через сам компьютер, ну а также есть мобильное приложение, через которое тоже можно его будет настроить. И это все будет в полном обзоре, опять же повторюсь, если это видео наберет 500 лайков, поэтому не забывайте, подписывайтесь на канал. Читайте в Твиттере, следите за жизнью в Инстаграме, не забывайте про группу ВКонтакте. С вами был Дизер. Увидимся. Пока.